До 15 декабря губернатор Глеб Никитин поручил провести оценку исполнения национальных проектов во всех муниципалитетах Нижегородской области. В Сарове оценку дали на заседании городской думы 13 декабря, на которое приехали представители областного правительства. Исполняющий обязанности министра внутренней и региональной политики Сергей Тарасов и первый заместитель министра финансов Андрей Чечерин рассказали о реализации национальных проектов в регионе и подробно остановились на работе в нашем городе. Положительно оценивается работа по строительству школы в рамках национального проекта образования, по приобретению экипировки спортивного инвентаря, а также созданию спортивной площадки по национальному проекту «Демография». По национальному проекту «Жилье и городская среда» на 2019 год в Сарове есть определенные проблемы. В нацпроект «Жилье и городская среда» входит благоустройство лыжной базы. Сдать ее должны были 27 ноября, но работы продолжаются. Наложение двух важных мероприятий. Одно из них, вы помните, это подготовка Монастырской площади и освящение Успенского собора, которое было 2 августа. Собственно, подрядчик был тот же самый. ДЭП участвовал и на лыжной базе, и в парке, и на Монастырской площади. И поскольку сдача Монастырской площади была привязана к визиту патриарха, то реально возможности как бы оттуда уйти и начать работу в других местах ее не было. Немножко сыграло в минус нам тоже вот плохая погода августа, когда начало топить лыжную базу, и тут там техника начала вязнуть. Благоустройство поймы реки Сатис в районе лыжной базы выполнено более чем на 70%. Полное кассовое исполнение ожидается до 24 декабря этого года. Исполнение национального проекта «Экология», в рамках которого в нашем городе запланирована реконструкция здания очистных сооружений, решением правительства Нижегородской области перенесено на следующий год. Администрация вынесла на Думу проект решения, где предлагалось дать следующие оценки. Нацпроект «Демография» – образование – надлежащее исполнение. Жилье и городская среда – удовлетворительно. Депутаты проголосовали за предложенный проект решения. Также на заседании приняли бюджет города на 2020 и плановый период 2020-2022 годов. Екатерина Апенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.